Здравствуйте! Сегодня по просьбе моих подписчиков я буду готовить французский хлеб из книги рецептов моей хлебопечки. Этот хлеб можно выпекать на воде, на нежирном молоке или взять молоко пополам с водой. 300 мл для большой булки хлеба я беру нежирного молока. Для оригинального рецепта идет мука из твердых сортов пшеницы. И закладку нужно делать обязательно в том порядке, в котором я показываю. Добавляю сахар, добавляю соль, пропорции все напишу под видео в описании, и растительное масло. Остается добавить дрожжи. Дрожжи сухие, быстро действующие. Такой хлеб я пеку также с использованием цельнозерновой муки и обычной пшеничной для хлеба белой высшего сорта, первого сорта. Я готовлю в хлебопечке, но можно, конечно, замесить тесто в планетарном миксере и выпекать в духовке или в каком-то приборе для выпечки хлеба, даже в мультиварке. В моей хлебопечке я выпекаю на режиме французский хлеб, и в результате вот такая зажаристая, хрустящая булочка хлеба у меня выходит. Этот хлеб, конечно же, полезный, так как используется мука из твердых сортов пшеницы, он вкусный. И посмотрим давайте результат после того, как хлеб немного остыл, но он все же еще теплый. Конечно, любой хлеб нужно дать ему отлежаться, а затем разрезать. Но я хочу вам показать все-таки, если он полежал буквально 10 минут, какой он в результате. Он еще теплый, ароматный и вот такой мягкий. Выпекайте дома хлеб, замешивайте тесто вручную, если у вас нет каких-то приборов, которые помогают на кухне. И кушайте полезно и вкусно домашнее. До новой встречи. Спасибо, что были со мной.